А скажите, пожалуйста, вот часто видишь картинки на каких-то диетах, там в рекламе каких-то диет, когда показывают фотографию до, фотографию после, и это абсолютно два разных человека, при том, что там масса тела, разница между массами там 50 килограммов. Это насколько это вообще... Это реклама. Это реклама. Это реклама, это практически невозможно. Ну, конечно, если это в течение 10 лет человек худел и шел к этому, это реально. А если это показывает, что вот была такая масса тела, а тут вдруг произошло за 3 месяца буквально, и сброс веса 60 или 100 килограмм, ну, ребят, ну это нереально. Мне нравится, когда 100. Это нереально. Юра Луценко голодав, и 24 ніби килограмма втратив. Это нереально. Давайте смотреть на эти вещи с точки зрения разумного. Знаете, когда видишь, так думаешь, елки-палки, ничего себе, с ума сойти можно. Давайте доведемо Шабанову, який не вірив в мою ідеальну вагу. Да я вірю в твою, я вірю в тебя. Красавчик. Чувствую, какая ты злая. Ну, давай, ну просто дійсно подивимось, скільки я важу, чи треба мені сідати на дієту, тому що я хвилююся з приводу цього, у мене комплекси. Ну, ми використовуємо для цього індекс маси тіла. Так, про індекс, який ми говорили на початку, і що ми всі країні покажемо, скільки я важу? Так, ти не бійся. Друзі, індекс маси тіла Ольги Цибульської прямо пропорціонален її почтовому індексу. Кажу вам на всю Україну, я важу, вес ідеальний, 56,5 кілограмів. І це правда. Це з одягу, Оля. Це з одягом, так. Мені труси важать 4 кілограми. Вони з діамантів просто зроблені. Ну і врахували за цим індексом маси тіла. В соответствии с ростом получилось практически 20 единиц. Це ідеальна маса тіла. Дякую вам дуже.